Так-так-так, посмотрите на этот зверинец. Ты, должно быть, аметист, а ты, наверное, гранат. А ты — жемчуг розового алмаза. Вау, она взяла тебя с собой. Разве это не превосходно? Не может быть. О, еще как может. И будет. У меня новый шмот и пара новых игрушек, которые разрушат твое прекрасное, долго и счастливо. Раз и навсегда! Воу-воу, это какое-то недоразумение. Может, ты не слышала, но я установил мир во всем. Да-да-да-да-да, еще как слышала. Я слышала твое маленькое послание вселенной. Тысячу раз! Как же я обожаю эту часть, в которой розовый алмаз сваливает навсегда на эту никчемную планету с кучкой никого! Well, to finally meet her other friends. That's right, I heard the story. Don't really like how it ends. Gee, it's well to finally meet her other friends. What did she say about me? What did she say? What did you do without me? What did you do? Did you play games without me? What did you play? Did you think all this time that I wouldn't find out about? Finally meet her other friends. Она нарезает круги вокруг нас. Я задолбалась. Дайте отдохнуть. Это и правда она. Но она не может быть серьезной. Ты ее знаешь, жемчуг? Можешь сказать, кто она? Play another game, this time I got to win. Life on the line, winner takes all. Ready or not, let's begin. Oh, that's right, I heard the story over and over again. Gee, it's swell to finally beat her other friends. Oh, that's right, I heard the story. Don't really like how it ends. Gee, it's swell to finally beat her other friends.